Всем привет, ребята! С вами канал Fallen Angels. И сегодня мы начнем играть в игру Реальный бокс. Всегда хотел сыграть в эту игру. Она только выходила на Xbox и на PS. На ПК практически никогда не выходила эта игра. И вот она вышла. И я решил в эту игру сыграть. Начнем с того, что ознакомимся, что с чем здесь. Для начала выберем боксера. Я так понимаю, нельзя им дать свое имя. Вот такого возьмем темнокожего. Куда у нас будет? Идем в Россию. Будем представлять. Еще можно, так понимаю, создать боксера. Можно их удалить. Но нам одного достаточно. Только обучение, мы пробуем что-то почем. Так, можно ему выбрать шорты. Я так понимаю, что нужно покупать. Только вот такие вот. Возьмем темненькие. Перчатки тоже. А у нас есть денежка, кстати, немножко, но мы их не будем тратить на безделушки разные. Татуировочки. Тоже волосы, тоже не будем выставить. Татуировка на спине. Вот такую поставим. Я думаю, боец у нас немножко разукрашен. Что-то у нас настройка. Настройка у нас. Раунд можно выставить. 3 раунда, 6, 12. Мы начнем с 3 раундов. Дальше у нас продолжительность раунда. Стоит 2 минуты, пускай стоит. Или поставим минуту. Есть обучение. Ну вот мы его и пройдем сейчас. Посмотрим, что тут, как. Good! Great! Perfect! Good! Тут все написано, что делать, думаю, не составит труда. Wrong! Perfect! Great! Good! No! Great! Terrible! Good! Что-то попасть не могу. Perfect! О. Good! Great! Good! Так, ЛТ. Great! Perfect! Block! Ух, 3 удара, и он разбивает блок. Ничего себе! Положил. Так, для поднятия нужно нажимать. Up, up, up! Try clinching. Зачем это сделал? Непонятно, кто хочет разрывать. Dodge. Че он встал? На. Он же должен быть, по идее. Ух, не успел. Dodge. О, контратака. Great. Теперь можно немножко побить.
Ну, графика такая себе. Слегка пролетают руки. Ну ничего страшного, это уже хорошо, что хоть есть какой-то. Еще сила вот набегает. Сила удара. Protect your head. Great. Ну падает тоже боксера, конечно, как доска. Ну, прошли мы обучение. Так, что тут нам дает возможность? Будем играть карьеру. Есть спортзал. В спортзале можно, наверное, игрока своего поднатаскать. Тут указано, что нужно делать. Great. Good. И отрабатываем удары. Perfect. Perfect. Great. Good. Ух. Что-то не то нажал. Good. Great. Great workout. Все, прошли мы этот обучение. А, оно уже закрыто. Все можно куплять за денежки, но денежек нет, потому что мы еще не зарабатывали. Ага, понятно, как это. Ну я ж нажал, что-то непонятно. Тут мы прошли обучение, ну и на скорость мы попробуем немножко побить. Great. Perfect. Good. Понимаю, чем больше попаданий, тем больше нам очков дадут. Great workout. Ну отлично. Теперь мы поиграем карьеру. Посмотрим. Так, мы на 8-м месте. Вот наш первый соперник. Статистика его. Ну что ж, поехали. Посмотрим. Не дорабатывает еще. Ну что ж. Первый наш бой. Speculation end here. Time to test both of them in a fair fight. Это Томас Лиша. Сейчас мы будем пробовать. Три раунда у нас в бое, и бой будет длиться одну минуту. Он пока защищается, наш соперник стоит сзади. Accurate punt. Очень безответный. Но графики немножко не хватает, конечно.
Nice hit. Accurate punch. Straight uppercut. Left hand connects. Clean hit. Left hook. Perfect shot. Looks like a KO. Time is ticking. Кровь брызгает. Let's check this. Ну еще есть чего дорабатывать в этой игре. Упал наш соперник, думаю, он уже не поднимется. One, two, не, хотя стоял. Four, five, six, seven, eight, нет, все-таки он. Ten. The fight of the decade. Не сумел он. Первая победа у нас уже есть. Yes, this kid totally deserved it. Статистика нашего боя. Прогресс. Ну что ж. Второй наш соперник. Посмотрим, что у нас в спортзале. В спортзале ничего нельзя сделать, только купить. Уже заработали немножко денежек. Более посильнее соперник, 16 побед у него, 9 раз была ничья и 0 поражений. У нас всего один за плечами бой. Так что бой нокаутом. Второй наш поединок. Spectators can't wait for the final battle. Tonight, two magnificent fighters will collide. Посмотрим, что нам поставить-то какой-то. Great uppercut. Left hook. Есть ли болевые какие-то удары? Ох, неплохо он так, конечно, мантеляет меня. Right hand connects. Perfect uppercut. Да, еще есть над чем работать в этой игре. Графику есть улучшать, руки как-то проскальзывает, непонятно. Another stunning hit. Ох, был промах от нас. Good jab. Опять промах. Another hit land. Clean hit. Ох. 10 seconds. Another hit land. Соперник ответом. На ответ отвечает. Nice hit. Ох. В конце раунда прошел удар. Here goes the replay. Как всегда. Ну, не хватает, конечно, графики очень сильно. Хотелось бы более реалистические. One, two, three. Поднялся на соперник. Выстоял. Ну, девочка здесь получше, чем. Time for another action-packed round. Nice hit. Another stunning hit. Ох. Теперь ответку моему. Great uppercut. Left hand gets through. И опять промах. Ох, какой удар. Нокдаун у нас.
another hit lands. Ну ничего страшного, выстояли. Let's see that again. Добили нашего оппонента. One, two, ну что ж, встанет он второй раз или нет? Four, five, six, ну, seven, походу, наверное, не встанет. Nine, да, все-таки он. That was a devastating fight. He deserves the title. And the winner постоять. Is... Yes, this kid... Ну что, вторая победа у меня. Соперник, наверное, не сильный. Везет. Так что ждем мы более сильных соперников. Еще один бой проведем и сделаем перекур небольшой. Третий наш бой. Time for a massive rumble. Fans can't wait for the starting bell. Так что посмотрим, что соперник сможет сделать. Nice hit. Ну что так соперник в ответ. Another stunning hit. Ох, как хорошо. Great uppercut. Как-то. Another hit land. О. Accurate punch. Не хватает, да, нам скорости и не хватает. На два удара все хватает сил. Quick jab. Nice hit. Ох, он так пробил. Perfect uppercut. Boom, he goes down. Ой, хорош. 10 seconds left. И не устоял соперник. Даже не моргнул. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Встал соперник наш. Clean hit. Oh, that was a tough round. Второй раунд. График какой-то хороший у девушки на груди, а вот в самой игре, вот, конечно, хотелось бы более. Clean hit. Another stunning hit. Another hit land. Вот мы проснулся наш соперник. Вот сейчас может дать неплохой такой сбуск нам. Perfect uppercut. Ушли мы от его удара. Perfect shot. Looks like a KO to me. Положили его. Let's check this on the replay. One, two. Ну что ж, встанет он второй раз или нет? Что сложное, но нет, он все-таки не встает. Ничего, третья победа у нас. Так что это будет таким успехом. Мы сможем взять чемпионство в нашей лиге. И какой-то Троит Финчер, тоже три победы у него. Вот. Скоро у нас уже с ним будет бой. На сегодня все. Продолжим играть в эту игру, думаю, завтра. Так что всем спасибо, кто смотрел. Всем удачи.